На улице городского округа выехали бригады по прочистке дождевых водоотводных сетей. Работники Химкинского водоканала исследуют коммуникации на предмет повреждений и засоров. С помощью каналопромывочных и насосных машин рабочие прочищают ливневки и собирают всю грязь, скопившуюся за зиму в коллекторах. За смену мы вырабатываем порядка 50 до 150 метров трубопровода, очищаем в соответствии с колодцами и с дождеприемниками, попадающие в данную сеть. По словам сотрудников Химводостока, такие работы проводят регулярно, что позволяет избежать подтопления улиц города.